готово. Вот, Лев Усачев недавно читал стихи свои, да, на концерте презентации «Даже Содружество». Ну, скажи, пожалуйста, каким образом ты узнал о таком содружестве? В этом содружестве я узнал через друзей. Меня пригласили поучаствовать в концерте в больнице. Мы пели «Аня Дождь», Артем Белов. И я тоже почитал тогда свои стихи. И было очень хорошо, дружная атмосфера. Вот и само дело помогать людям, как-то воодушевлять их и свое творчество тоже в нужную сторону направлять, а не в сторону. Вот это была очень хорошая возможность. Так я узнал о Дожде, выступали вместе, а потом казалось так, что многие общие знакомые, они тоже в Дожде поют и работают. Это пару Федосов, это, наверное, Кирилл Мурышев тоже. Он играл там, играл активно у нас. Мы там знакомы с Кириллом, с Павлом. Мы ездили на Соловки вместе в трудническую поездку с Павлом Федосовым и Сашей Гречиным. Так что общие знакомые, общие друзья. Какое у тебя общее впечатление об этих людях, которые вот в этом саду вместе говорят, поют, читают стихи? Мне очень нравится открытость людей, темы, которые они берут. Ну и само дело, то, что это делается не ради денег или ради славы, а ради того, чтобы круговая порука добра, который писала Цветаева в своей статье, и чтобы она осуществляла жизнь, круговая порука добра. Вот эти мне очень близко, объединение Дождь. И ну, а то, что используют инструменты, гитару, это тоже очень здорово, потому что в основном же гитара получается. Да, основной инструмент гитара. Голос и гитара. Голос и гитара. Но это было не случайно, русский народ, он перешел на гитару, эстрадные песни. Вот. И сейчас вот новая какая-то форма выражения, новая форма творчества. Нравится, что это близко к храму. Это совсем близко к храму. Да, мы даже в храме находимся. Мы под ним просто играем. Ближе почти что некуда, только туда подняться. Да. Хочется, чтобы больше народу слушала, молодежь. Как ты думаешь, почему так мало народу это слушает? Почему мало народу? Да. Ну, я вот всегда, мне когда устраивал какие-то политические вечера, камерный жанр такой был. То есть приглашаешь много народу, приходит немного. А почему? Что? Неинтересно мне, что? Сейчас, может быть, пройдет какое-то там время и будет больше интерес к поэзии. Сейчас трудно очень. Людям нравится, и они даже бы еще раз пришли, но как, например, на службу, если человек собрался пойти на исповедь, на какие-то на основные таинства, то все как будто мешает, чтобы прийти. Вот. И на творчество, хорошее творчество, тоже многое мешает в жизни. Загружены с делами, понятно. Вот. Короче, препятствия всегда возникают. Препятствия всегда возникают, вот. А человек сейчас, видимо, трудно, я по себе просто сужу, что трудно эти препятствия преодолевать или что-то менять в жизни. Вот скорее лучше дома там посидишь и свои там дела сделаешь. На диванчике полежишь. Даже, ну да. И получается, что так вот народу немного, но интерес должен пробудиться. Вот. Спасибо. Это говорил Лев. Фамилия Усачев. Лев Усачев. Спасибо тебе, успехов тебе. Все. Да, про круговую